Здорово, кабаны, с вами Макс Пояснит, и сегодня я вместе с Рихой Хартс покажем вам и расскажем о самых стрёмных и уродливых, по нашему мнению, кроссовках. Ну и по классике жанра, досмотрев этот ролик до конца, ты сможешь поучаствовать в розыгрыше крутой шмотки. В этот раз мы разыграем вот такую вот крутую футболочку от North Face в коллабе с Supreme, поэтому усаживайтесь поудобнее, заваривайте пуэрчик и, собственно, готовьтесь к просмотру. И да, кстати, ребятки, если вдруг вы когда-нибудь надумаете, либо захотите собрать себе компьютер, то никогда не делайте этого без Е-каталога. Ибо лично я взял свою видеокарту GeForce GTX 1070 Ti всего лишь-то за 33 косаря, потому что Е-каталог показал мне магаз, в котором она стоит дешевле всего. Также на месте я прочитал все отзывы о ней и характеристики, и даже сравнил ее с другими видеокартами. Таким образом, я сэкономил свое время и деньги. Поэтому я искренне советую пользоваться Е-каталогом и вам. Ссылочка, если надо, будет в описании. Ну что ж, а мы, пожалуй, начнем. И первая пара кроссовок, которая меня дико бесит и которую я считаю дико уродливой, имеет название Prada Punta Ala. Естественно, ее создателем был бренд Prada. Чем он вдохновлялся при создании данных говнотопов, я, к сожалению, не знаю. Хотя, скорее, здесь и вдохновение-то особо не нужно. Такую пару кроссовок, я не знаю, может создать любой алканавт за чарку синевокой. Ну, серьезно, ребятки, вот напишите в комментариях, что вы вообще думаете по поводу данной пары кроссовок. Вот реально, уровень ли это бренда Prada или вот не уровень? Пожалуйста, напишите об этом в комментариях, потому что я считаю, что это просто дичайший колхоз и безвкусица. Это не кроссовки, это говно. Всем привет, ребят! Ну что ж, продолжим. Мне очень сильно не нравятся такие кроссовки, как Nike Flight Bonafide. Вот просто, вот вам фоточка, вот посмотрите. Нахрена Nike это сделал? Вот что с этими кроссовками делать? Я уверен, что подошва там не гнется, потому что она вот такая, вот она огромная, что с ней делать? Может, это какие-то марсоходы, но честно, блин, ну я не понимаю, зачем такие кроссовки делают. Они сейчас продаются по скидкам везде, они реально никому не нужны. Окей, это может быть футуристично, но честно, выглядит это просто отвратительно. Я не понимаю, как их можно носить. Я уверен, что они неудобные, потому что там нету саппорта сзади, там просто огромная негнущаяся подошва. Ну и там есть еще элементы карбона в этих шариках, это выглядит просто ужасно. Хотя я думаю, что сделать такие кроссовки стоит совсем недешево. В общем, вот такие вот кроссы у нас сегодня. Ну а следующую пару кроссовок я бы серьезно выдавал бы дояркам вместо сапог. Это Adidas Rick Owens Superstar Uncle Boot. Да, именно вот эти вот чоботы. Ну, типа, вообще, все, что делает Rick Owens, мне дико нравится. Вот, посмотрите, допустим, на эти или вот эти педали. Ну, круто же ведь, да. А вот что здесь пошло не так, я, к сожалению, не знаю. Хотя, если бы не было вот этой ракушки от суперстаров, быть может, выглядели бы они намного лучше. Ну а пока это просто гребаные галоши для доярок. Больше я их нигде ни на ком не вижу, серьезно. Следующие кроссы, которые меня просто выбесили в 2019 году, это монархи с какими-то непонятными выпуклостями. Вот реально, как будто монархи заболели чем-то. Нахрена делают такие кроссовки? Вот снова вопрос. Кто их будет носить? Может, они пытаются, типа, влезть в тренд, типа, ugly sneakers и так далее, но делать монархи, которые уже и так реально ugly, и делать из них просто непонятно что, с какими-то выпуклостями, вообще непонятными, куда, зачем, что? В общем, да, вот, можете написать в комментах, я честно, я сам не люблю монархи, Макс, сорян. Но вот эта версия монархов, которую они сделали сейчас, она просто уродливая, это просто уродство. Вот реально, вот мне интересно, что было у Nike в голове, когда они делали эти монархи. Они добавили просто гематомы кроссовкам. Вот если бы они их еще покрасили, вот все эти вставки, которые они здоровые делали, ну, может быть, какой-то ответ хотя бы прорисовывался. Но так, мне честно, непонятно. Это выглядит просто ужасно. В общем, если кто-то знает ответ, может, Nike напишет нам в комментариях, зачем они делают такие кроссы. Но, честно, мне это непонятно. Чё ты сказал про монархи? А ну-ка иди сюда. Стоп. Ладно, Макс, все, я понял. Давай каждый останется при своем мнении. Ну и еще одна пара, которая не дает мне покоя, это Balenciaga Track Trainer 2018 года. Вот зачем Balenciaga взяли Asics, просто переделали их как только могли, чтобы не спалиться,
сделали из них просто уродливейшие кроссовки и продают их там за $700-800. Окей, я понимаю, со стороны Balenciaga они хотели сделать просто вторую версию Triple S, которая так же сам бы зашла народу и приносила бы им бабки. Но этого не случилось, потому что кто будет покупать Asics за $800? Вот это то же самое, ты возьми Asics, отрежь верх от них, прикрепи к подошве вообще непонятной формы, и вот у тебя выйдут те же самые трактрейнеры от Balenciaga за $700-800. Вот я не могу найти ответы, зачем реально компании делают такие уродливые кроссовки. Хотя сейчас, в 2019 году, реально будет тренд ugly sneakers. Раньше были dad shoes, dad sneakers, oversized sneakers. Теперь это ugly sneakers. Все компании кроссовок реально пытаются туда вписаться, но мне это просто непонятно. Ну и напоследок, прямо вишенка на торте будет пара от Mason Margiela под названием Fusion. Да, на первый взгляд может показаться, что эту пару высморкнули из носа, а затем еще и слегка пожевали. Да, картина не из самых приятных. Мне кажется, если бы у Пуджа из Доты 2 были бы кроссы, то именно такие. Да, ребятки, это ugly shoes, и в этом году такие кроссы будут в тренде. Поэтому, если вдруг где-то у вас там на даче завалялись старые, поношенные, убитые какие-нибудь кроссовки, то доставайте, короче, их из комода, возвращайте обратно в город и ходите дальше на разные мероприятия, в кино, в кафе, короче. Ну, типа, йоу, ugly shoes, чем страшнее ваши кроссовки, тем больше вы будете в этом году в тренде. Вот такая вот занимательная инфа у нас сегодня получилась. Кто это? О, Артемка, здорово. Че, тоже хочешь поучаствовать в ролике? Ну давай, базару ноль, только смотри у меня, про монархии ничего, ни слова не говори, а то был уже сегодня один такой. Ладно, давай, пошел. С Новым годом, ёба народ. Вот как вы понимаете, видос про стрёмные кроссовки меня позвали в последнюю очередь. Я вот это вообще не понимаю. Я основатель этой рубрики на ютубе вообще, в принципе, ну все это знают. У меня этих видосов уже просто на весь канал. И меня позвали в последнюю... Как не стыдно, Максон, как не стыдно. Ну, короче, раз уж речь зашла про стрёмные кроссовки, я как бы в этом деле, ну, ясно дело, эксперт. И в последнее время мне стали в комментариях писать, да и я, в принципе, на улице стал видеть, Skechers и Delight. Вот знаете, я думал, что Фила — это самое убожество, что, в принципе, может быть... Нет. Не может быть, потому что Фил и так убожится, но это еще хуже. Это, знаете, это еще смешали немножко 95-х с их полосками. И вот подумали, а как бы нам сделать Филу, но сделать ее еще более убогой. И у них вышло. У них, в принципе, вышло. Вы посмотрите на это убожество. Ну, чего это за пиздец? Ну, я не буду комментировать и говорить, что они похожи на тракторы и на все прочее. Ну, просто вы, в принципе, сами все видите. Да, так что можете приходить в мою инсту и на мой канал. Я там еще про убогие кроссовки говорю. Так что давайте, ребят, дерзайте. Максу, как обычно, темга, волосы и корма всем. Ребят, мы с Максом давно не делали для вас крутых розыгрышей. Мы решили исправить эту ситуацию и разыграть вот такую вот тишку Supreme TNF с последнего дропа. Это размер L. Кому не подойдет, можете продать или обменять на свой размер. Все, что вам надо сделать, чтобы участвовать в розыгрыше, это первое, быть подписан на канал Макса Пояснит. Второе, подписаться на мой канал. Также быть подписан на мой инстаграм и на инсту Макса Пояснит. Всем удачи, а так, с вами был Ярик Харц. До новых встреч, пока. Ну вот и все, ребятки, условия конкурса, по-моему, достаточно просты, поэтому выиграть может каждый. Ровно через недельку мы с Рихой в совместном прямом эфире подведем итоги данного розыгрыша. Ну и в принципе все, следите, так сказать, за роликами, следите за инстаграмами, следите вообще за всеми соцсетями, все ссылочки будут в описании, подписывайтесь на Риху Харца. Спасибо, что посмотрели ролик, естественно, не знаю, поставьте лайкусик, напишите комментарий, какие стрёмные кроссы вы еще знаете, какие вам не нравятся. Может быть, какие-нибудь из нашего топа вам наоборот нравятся. Обо всем об этом, естественно, не стесняйтесь, пишите в комментариях. И мне будет очень интересно почитать и узнать ваше мнение. В общем, и все, ребятки. Спасибо, что со мной, спасибо, что с Рихой. Мы вас очень любим. Спасибо за просмотр. Всем покеда.